Всем привет, с вами Иеронимус, мы продолжаем ровно там же, где закончили. Вот это точно будет последняя на сегодня серия, потому что я даже не знаю, чем мне еще заняться, даже в ней. А уж еще сколько-нибудь серий даже речь не идет. О, Джилемус, наконец-таки. Конечно, мы тебя берем. Ты можешь там нести всякую фигню, короче, все. На тебе в морду. Ты же врач, вылечишься. Опять Арсименер до сих пор здесь. Всадник. Нет, иди нафиг, всадник. Так, на арену можно сходить. Плохая идея. Ни на что мы не годны. Ни на что не годны. Капитан. 5,7. Опять 5,7. Что же делать-то? 50 человек в армии. Ах, как все плохо. Бывает и хуже. Интересно, почему они на конях? У них вообще конницы нет. Крестьянки. Ладно, мы ходим медленно из-за рекрутов, поэтому выход только один. Наймем еще больше рекрутов. Ах, там здесь уже проходили. Но это нам не помешает. Нисколько. Привет, друже. Ну... Вы видели, да? Я на него нажал и все равно уехал фиг знает куда. Я Федор, а к вашим услугам. У вас есть для меня задание? Сколько? 50 человек всадников. Отлично, отличная идея, конечно. Конечно, я подготовлю вам 50 человек всадников, даже не сомневайтесь. Тут очень часто глюки бывают, на самом деле. 5, конечно, как вы уже видите. Джилемус умница пошел опять самую, короче, куда подальше. Дэйв взглянул на снаряжение. А, черт, я все продал. А у меня конь был, кажется, а может и не был. Я дурак. Ну, я дурак. Он же сейчас тормозит все дико чудовищно. Посмотрите, 5,6 всего на все. Это все потому, что у него коня нету. Я почему раньше такой злой был? Просто у меня раньше коня не было. Да. Еще добровольцы. Да, 56 человек. А максимум 59. Сейчас у нас чувство боевого духа пойдет просто чудовищно. А где мы честь успели набрать? Интересно. Джеремус, 5 уровень. Молодец. Копейщики. Ух ты, у нас тут готовится целая волна лучников, это неплохо. И разумеется, если с нас сейчас попросят денег, мы не сможем оплатить все это дело. Пилотский ран, первая помощь. Нафиг. Бороться-то у нас не будешь совсем. Никогда. В принципе, можно было бы перетасовывать войска перед каждой битвой. Чтобы четко знать, кто пойдет в бой, а кто останется в тылу. Но это так муторно. Как хочу на них напасть и разграбить. Хотя... У меня есть идея. Так, ребята. Как у вас? Ханство. Только разгорается. Норды, родыки. Нет, так оно не пойдет. Пойду-ка сюда. К родыкам. Авось перехвачу их караван. Киргизский. Попробую забрать у них все ценное. С полностью укомплектованная армия.
безумно низкой скоростью. Караваны иногда выдают задания. Ну, выдают задания на... О, я вас даже поймаю. Но это будет очень-очень чертовски нескоро. А так чуть быстрее. Чуть-чуть побыстрее. Караваны иногда выдают задания на сопровождение. То есть вы к ним подходите, говорите, я охранник, профессиональный, вот у меня бейджик. Они говорят, окей, мы дадим тебе там 400 динаров, допустим, ты нас на другой конец карты проводишь. Это невыгодно. Тем более, что тогда, когда вы сможете брать это задание, у вас будут гораздо более стабильные источники дохода, нежели какие-то там караваны. То есть для вас это будут уже не деньги. А когда для вас это будут деньги, вы, конечно, вам это ничего не даст. Ой, опять колебания в громкости. Прошу прощения. Короче, нафига это невыгодно. Загружусь я. Вот, пойдем как хотели. Изначально. На север. Если это север. Или это вполне может быть юг. Да, пойдем на юг. Если вон там север. Хочу войну, войну хочу. Вопрос всадник апокалипсиса. Так что говорите, что бы вы хотели увидеть. Что бы я мог вам показать? Ну, желательно, чтобы это было не слишком высокотехнологичная игра. Вы видите, даже таблет на минимальных настройках у меня идет с 10-15 FPS. Вот сейчас у меня их 15. Это я всего лишь по глобальной карте иду. Сейчас 7. Да. Ну-ка, ну-ка, чего у вас тут творится? Воу! Мы вам поможем. Нет, мы вам не поможем. И ты от нас сбежишь, скотина. А у меня есть вариант получше. Мы же знаем, где они сражались, не так ли? Хотя можно было запомнить это место поточнее. Кстати говоря, их вполне может быть там уже и не быть. Несмотря на то, что... масштабно все генерируется однотипно, то есть там война с ними, но локальные события происходят по-разному. Например, даже один раз было так, что я сохранился перед тем, как наши объявили войну не нашим. Я, короче, начал там всех валить, всех направо-налево, потом меня свалили, я загрузился, думал, сейчас опять начнется война, а война не началась. И вообще она никогда не началась. Так я сохранил мир. Своей смертью. Да. Они где-то здесь были. Эту музыку я тоже не слышал никогда. Она, видимо, как-то втихаря подгружает новую музыку. Ну и где вот она? А, вот вы здесь. Не смеете даже. Сохраните, вот. Все вам надаю. У нас в два раза больше. Ага, наконец-то. Наконец-то мы победим хиргидов. Я не посмотрел, какой у них там состав армии. Ну да и плевать. Когда мы вешаемся в сражение... вместе с союзниками, то есть, чтобы помочь союзникам, у нас, разумеется... Ладно, вас всего 9, я вас поберегу. У нас, разумеется, не ухудшаются отношения. Вот так. Чувствую я, они крутые. Шатайнов 5, да, здесь как-то 6, может быть. Ладно, нормально. Вот, я понимаю. Несмотря на то, что у меня сейчас 4 FPS, иногда получается.
По идее, я должен был попасть ему прямо под сердце, но... Вау, только посмотрите, как он размахивает своей алебардой. Ну, конечно, какая силища. Нездешняя. Просто. Это глефа, вот. Откуда у них глефа? Ясно здесь все. Намазал. Попал. Это кто вообще? Что он здесь делает? Вы убили самого дорогого моего друга, товарища, бойца. И меня чуть не убили сейчас. Ну и он все там еще. Вот, бьем коню в морду. По-своему проехался. Не смей. Да, блин, я же поставил щит, но ему, разумеется, наплевать, потому что... процесс удара рассчитывается, видимо, быстрее, чем процесс блокировки. Поэтому даже если бы я загодя поставил щит, все равно бы мне попало. Потому что я не успеваю среагировать ни на что, блин. Шайтаны там творят просто апокалипсис. Еще они сейчас все на меня навалятся, это будет вообще весело. Лично на меня. Не смей! Иду подкрепление, блин. Отлично, просто супер. Мне так нравится. Джигамус, он наконец-то ранили. Да вы издеваетесь? Все, все, все. С 1 до 12 я вас спас. Ура, ура. У нас осталось... О, мы половину войска потеряли. Да, просто шикарно вышло. Найдем-ка я ваш шлем, чтобы меня подняли за хергита. Меня атаковали. А потом я забуду его снять, и на меня нападут. Почему называется клинком? Что за бред? Нет, нафиг. 175. Нормально. Ну, разумеется, новый уровень. Такое рубилово. Вообще говоря, по-хорошему надо было до конца участвовать. До смерти. Ну да ладно, это все мелочи. Вы выжили в этой мясорубке, получите награду, распишитесь. Кстати говоря, можно сделать одну вещь. Попробовать. Завербовать пленников. Но это очень редко получается. И кроме того, боевой дух очень сильно падает. Ой, извините. Так, что еще мы хотели? Кажется, вроде мы все сделали. Да, самое то. Ладно, щитом подкачаем. Да, все правильно, все верно, все правильно. Видите, у них ни одного живого человека не осталось. Даже он сам еле дышит. Кто бы мог подумать, блин, офигительно вышло просто, шикарно. Давайте попробуем. Иногда получается. Иногда получается. Как я знаю вашего шпиона? Знакомый моего друга прислал. Но друг мой. У знакомого вашего друга никогда не будет такого друга, как я. Однако это задание мы выполним в следующей серии, которая будет, наверное, завтра. А пока всем спасибо за просмотр. С вами был Иронимус. Всем пока.